Непростая задача для родителей – организовать летний отдых для своих детей. Не каждый готов отправить своего ребенка на каникулы к морю. Прекрасный выход – городские лагеря дневного пребывания. Именно такой досуг предлагает детский сад «Яблонька», расположенный в микрорайоне Зеленой аллеи. Каждый день был очень насыщенным, познавательным, увлекательным для детей. Мы играли в разные игры, у нас каждый день проходили разные квесты, музыкальные досуги, развлечения. И вот сегодня мы тоже подготовили итоговый такой концерт в игровой программе с морской тематикой для детей. Смена в лагере началась 1 июля и длилась 28 дней. Смена начинается в 8 утра. То есть детки приходят, делают зарядку с педагогами. Потом у них завтрак. Потом какие-то занятия происходят, каждый день они разные, музыкальные занятия были, развивающие занятия. Лагерь посещали 25 ребят в возрасте от 6 до 8 лет из разных школ города Видное. Многие выпускники «Яблоньки». Одна из них – Аня Трошкова. Девочка признается, что была очень рада вновь побывать в своем любимом садике. Я хочу еще сюда прийти. Здесь очень весело и интересно. Интеллектуальные подвижные игры, всевозможные соревнования, веселые конкурсы, экскурсии. Педагоги старались разнообразить программу для детей. Викторины были сказочные. Был еще морской бой, мы играли. Были очень интересные мероприятия. Мне понравилось, как мы гуляли, устраивали конкурсы и играли. Мы пекли булочки и очень много танцевали. Чтобы красиво завершить лагерную смену, организовали настоящую пиратскую вечеринку. Ребята с удовольствием приняли участие и подготовили музыкальные номера. На празднике отметили самых лучших спортивных, талантливых ребят и вручили почетные грамоты. Наталья Буслаева, Константин Брылов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.